В Москве выясняют обстоятельства крупной аварии на Кутузовском проспекте. Вечером в районе Парка Победы иномарка, которую подрезала Toyota, вылетела на встречную полосу и спровоцировала столкновение еще 5 машин. Пострадали двое. Сам момент ДТП попал на видеорегистратор одного из автомобилей. Его владелец не пострадал. Предполагаемый виновник аварии, водитель Toyota, с места происшествия скрылся. Однако после того, как его личность была установлена и с ним связались сотрудники ГИБДД, он явился в отделение самостоятельно. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.